хотелось бы сказать, нет, нам неудобно учиться во вторую смену, филфак. Добрый вечер, филфак на сцене. Дорогие друзья, мы понимаем, что сегодня это 5-е выступление, да и вообще последнее, так сказать, в этом сезоне. Следующего конкурса курс молодого студента придется ждать целый год. Поэтому сквозь усталость, громкими аплодисментами давайте поприветствуем всех, кто находится в этом зале, выступает и находится за кулисами. Ну что вам рассказать про ИСТФАК? Даже не знаю. Про 6-й этаж уже шутили. Про то, что нас мало шутили в прошлом году. Вот тут надо подумать. Ну, Саша, ты что-нибудь надумал? Да, надумал новый телефон купить. Что? А, ты про исторический факультет? Тут не смотреть. О, тут не рассказывать, смотреть нужно. Встречайте, на сцене исторический факультет. Сегодня в будущее не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Лабиринт. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? Algebra going for you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I'm falling for you. Сейчас вообще все по лайку будет. Да какой это лайку? Сейчас такое начнет, как карусель, это сейчас как закрутится. ЦТшки, поступление, заселение общага, ну само собой. Фотка на студак. Ну и блин, только не фотка на студак. Да ты успокойся. Самое главное, это поступление. А вот с ним у нас проблемы. Ничего себе, аппарат подъехал! Стояночка! Здесь что-то написано. Вместе генерируем успех. Цена одной попытки 55 копеек! Ты знаешь, бро, для нашего успешного будущего мне жалко никакого кэша. Ну забрасывай, ты. Я вообще на мели. Ну хватит, что ты там? Зовут Хатика. Я являюсь помощником в создании успешного будущего. Хатика? Девушка, скажите, а ваши родители вас случайно дома не заждались? Родителей нет. А вот я вас уже жду давно. Только вы вошли сюда, я сразу поняла, без моей помощи вам не обойтись. Так вы именно то, что нам нужно, дорогая. Какое чудное мгновение. Передо мной явилась ты.
как мимолетное видение, а я не чистая красота. Опять эти твои выходки, браток! Девушка, нам помощь ваша нужна. Мы бы хотели поступить в какой-нибудь топовый вуз и устроить свое будущее. Хорошо, я помогу вам, но помните, каждый из вас сам кузнец своего счастья. Ну закидывай, чё? Давай, попробуем. Хорошо. Лиша, один. Первый университет, который вам достается, это Академия ветеринарной медицины. Я чувствую, это будет наш университет. Единственное, что я чувствую, так это неприятный запах вокруг. Так это же ветокотины. Интересно, чем они сейчас могут нас удивить? Давай посмотрим. Улыбалась. Выходила из него. Каждый вечер поступалась. Да, разочным казино. Удалось пройти охрану. В этот вечер наконец сделать видео, чтобы на тебе. Это был писюр. Твоя дышит вас, у вас. Скидали, как алмазы. Обжигает красотой, ты гламурная зараза. Может, иногда я бываю не права. Но сказала в этот вечер вот такие его слова. Что ты не крути, нам мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара. Давай еще, Олесь. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Мы с тобой не пара, прости. Аккордеон! Жми на место, Андрюха! Очень интересно. Андрей, мне всегда нравился больше. Вы тоже это видите, да? Я не понимаю. Вот эта рыбка сорвалась! По кайфу мне здесь все, браток. Надо здесь оставаться. Я здесь не останусь, бро. В смысле? Это была моя бывшая, ты еще не понял? Ну что ты, братишка, прийти? А ты посоветовал прийти? Не можешь ни хавать, ни пить. Судьбу бы сейчас свою решить. Ну погнали дальше, браток, че? Сейчас все будет. Закидывай. Ну хватит, дорогая. Ну что ты нам посоветуешь? Медицинский университет. Ну пошли посмотрим, что это за университет такой. Медицинский, понимаешь? Небольшая информация для тех, кто еще с нами. Известный медицинский университет славится большим количеством иностранных студентов, и именно для них сейчас прозвучит данная композиция. Различных занятий и сфер. Вы наши врачи, доверяем здоровье и нерв. Поступай скорей сюда, медунивер. Не пусти Беларуси, мы уже наши братья.
Покрасать я, конечно, это выступление было. Все-таки иностранные студенты — это самые творческие студенты. А чё сразу иностранные, браток? Ты вспомни, помнишь, как в детском саду я с Марфой Иосифовной там два прихлопа, раз, два, три, три, четыре, раз, два, три, три, четыре. А ты сказать, что ты делал тогда? Сказать вам, что он делал, братки? Что я говорю? То, что было в детском саду, остается только в детском саду. Ну повезло тебе, браток, ладно. Ладно, ну да, ладно. Жаль, творчество это не про нас, понимаешь? Ну так ё-моё. Погнали дальше. Пошли! Тут не так, и там не так. Ваш выигрыш университет МИТСУ, хочу предупредить вас сразу, этот университет требует больших затрат, но не стоит забывать, что от вашего выбора будет зависеть ваше успешное будущее. МИТСУ? Затраты? Деньги? Ого, no money! Монеты? О, братки, не-не-не, no problem, no money! Только дорого, не бейте, братки! Андрюха, только не бейте, Андрюха, дорого, братки. Уходим! А в итоге неправильного выбора не сделали и будущего не построили. Ну иди, чё, пробуй последний раз, что попытка не пытка, ём. Ладно, остался для вас у меня еще один вариант, но поступить в него может лишь добросовестный ответственный студент, который стремится к знаниям каждую минуту. И что же за университет, дорогуша, ты такой от нас спрятала? Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. И сколько же стоит такое удовольствие? Совершенно бесплатно. Этот университет преподносит сама судьба, это ваш билет в счастливое будущее. Здесь не важно, какой же просто улыбка, какой ваш рук, а твоя тоже, и насколько тебе лет, высокий ли у тебя IQ, или насколько ты можешь проявить себя. Этот университет откроет тебя заново, именно здесь начнется твоя новая жизнь, успех, который будет зависеть только от тебя. Так это то, что нам нужно, дружище! ВГУ — это наша прямая дорога к светлому будущему. Вы знаете, будущее обязательно принесет счастье каждому, кто верит в него, кто идет к нему непростым путем, спотыкается и иногда даже падает. Мы не знаем точно, что ждет нас в дальнейшем, но мы уверены, что поступив именно в этот университет, у нас будет счастливое, светлое будущее! О-о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 
тебе тихонько прошепчу, прошепчу. Без ВГУ жить я не хочу, не хочу. Танцуй, как ты спал, на-на-на-на-на-на. Мой знаменит и пас, на-на-на-на-на-на. Танцуй, как ты спал, на-на-на-на-на-на. Мой знаменит и пас, на-на-на-на-на-на. Как вам понравилось, да? С вами были студенты исторического факультета. Спасибо!